Все, хорошо, записал. Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня я буду... Сейчас, ребята, просто... Ребята, мы сегодня будем паять одну бутылочку. Ну или нет. А сейчас, ребята, я вам кое-что покажу. Смотрите, я обмотал эти три бутылки скотчем. Там вода сейчас. Похоже на гравипушку. Или на какие-то патроны. А если туда пули насыпать и присоединить к пистолету такому, то вообще будет офигенно. Да. Вы бы тоже так хотели, я знаю. Не надо было патроны менять. Ну да. Или водой всех перестрелять. Да. Хотя мне 5 лет. Я постригся. Вчера я не помню. Позавчера. Да. Ну, по-моему, да. Или 4 дня назад. Вот у меня рыфор. Вот этот зуб. Вот он. Да. Заборчиком, видите? А вот этот считается. Но только позавчера или вчера у него в этой десны сзади появился какой-то пупырин. Пупырин, да, появился какой-то. Да. И поэтому, ребята, этот пупырин уже проходит, но позавчера этот пупырин, на нем была одна точка, а вчера было две, было, а сегодня я еще не проверял. Не знаю, может, это десна выталкивает зуб. А, ребята, может, это зуб вот этот, который лезет у меня там. Да. Вдруг он... Просто этот зуб может быть толще. И он в две стороны расталкивает десну. Да, в две стороны. По-моему, сейчас зрачки у меня вот сюда смотрели. Просто я так не умею. Хотя, хорошо, что я не одноглазый. Да, вот такой хитренький. Я хитренький. А... Короче, ребята, я сейчас буду вам показывать, как я... Вот. Вот ту... Сейчас поверну камеру. Вон ту штуку красную. Буду бить, потому что я боксер. Так, ну, ребята, только посмотрите. Короче, вот тут стоит камера. Я боксую ее. Вам не видно? Наверное. Вот так лучше. Сейчас я понесу перчатки, они у нас есть. У нас там склад есть. Вот я нашел одну,
еще, короче, нашел эти дурацкие перчатки. Нехорошие. Так, сейчас смотрите, какие они здоровые. Да. Начинаем. Я умею боксировать. Боксовать. Я сейчас присяду. Да. Я ему сейчас так порву, да? Кстати, с варежками им надо вот так давать. По яичкам. Да. По яйцам, так сказать. Я яички вот тут на письмельке. Я больше так не буду говорить, письмедок. А вы не говорите. Хуй. Не говорите это слово никогда. Если скажете... Да, вот так вам и сделаю. Ой! И сейчас такой мощный удар у меня был. Сейчас еще будет мощнее. Блин, он меня по попке дал. Ой, он мне в плечо стукнул. Погоди, немного низко. Он должен быть соразмерно маленько. Ой, смотрите. Да. Сейчас я его сильно закручу. Вот у нас в школе один мальчик сосет палец, как маленький. Но ему 5 лет. Ему еще пеленочку подложить надо. И бутылочку с молочком. Давай. Эй, все. Она на улице. Да, я Соня выпустила. Ты выпустила она. Да нет, я не видела, я уходила, она здесь сидела. Да когда тебя не было... Нет. Ребята, сейчас будет самый мощный. Надо защищаться. Вот так надо. Она и вам сейчас как даст. Стой! Не мотайся, как коса. Блин, самый мощный удар. Все, надоело, блин. Теперь, ребята, я начну вам показывать мои трубы. Что за... Что я там не закрыл? Нет, ты это... Садись. Да, надо потом еще фиксировать. Фиксируем. Папа, хочешь нас править? Когда... Похоже. Придет. Зафиксировать чижика. Пахнет кока-колой. Пойму,
Ну, да, остаточный запах кока-колы. Пепси. Капусту здесь налил что-то в стакан. Что-то черное. А? Так он пустой уже. Ну, выпили, значит. Ну, я не знала, пустой, не пустой. Чижик. Чижуля. Чижик, куда ты пошла? Чижик. Иди к Чижику подойди. Он как-то подтягивается хорошо. Она сейчас она так играла, когда я пустил сюда. Завалилась прям меня прям. Вот так вот. Дед Дим просил поснимать. Игорька. Все, здравствуйте еще раз. Ну как? Ну, отлично. В плане то, что игра Дани замечательная. Что? Игра Дани была замечательная, особенно в том моменте про Гагарина. Безусловно, ключевая роль. Ключевой момент его роли. Да, особенно пластик, конечно. Что касается спектакля, я, чтобы не прослыть невежественным человеком, пока комментировать не буду, потому что он очень сложный, философский, конечно. Требуется осмысление. Угу. Вот. Но абсолютно два разных этих действия. Первое очень простое по сюжету, а второе там очень много надо думать. А потом вы встречались? Нет, ну я все-таки оставил его, так сказать, для разговора с Екатериной, потому что мы все-таки увиделись утром очень плотно. Угу. Вот, и сказал, что не буду им мешать. Ага. Хорошо, ну пойдем. Вот такие дела. Хорошо. Все пытаюсь выкрыть время тебя снять. А, у ну нас, так у вот отец уже снимаем, уже не первый снимаем, раз. Да. Здрасте. Игорь. Хороший привет еще раз, да. Хорошие 4 дня. Главное, что разнообразный. Ну, хорошо. Иди еще, Катя, расскажи. Да, конечно, сейчас я поделюсь. Катя, иди сюда. Всем. Привет, Игорек. Да. Ну что? Слушайте, ну... Ты что, сырой? Дождик. Да, да. Ну, понравился? Ну, он очень сложный, философский, мне нужно осмыслять. Ну, конечно, я сейчас не сморозил что-нибудь, а что касается Дани, отлично, особенно вот... Момент с Гагариным, где он это признание делает, там вот этот, потому ключевой момент роли, почему? Потому что он там один, и все внимание на нем. И, ну, речь, понятно, все идеально, пластика мне очень понравилась, когда он там. Классно, классно. Правда классный спектакль? Единственное, что... Неоднозначно. Нет, ну то, что там в чем смысл, я даже пока не буду говорить. Но вот я, как бы, два двояко может трактовать то, что была замена актеров, то второй. А, либо сам простое толкование, что это их души. Самое простое толкование. Конечно. Это и есть их души, да. Я-то думал, как бы, еще дальше, как вот некоторые проповедники протестантские трактуют, что на страшном суде мы предстаем молодыми. Вот. Такой, ну, душ. Но потом я подумал, что все гораздо проще на самом подожди, деле. Подожди, а ты что, программку не покупал, там все так написано? Там не, я не видел, где они, чтобы они продавались. Прям на самом входе.
Ну, видимо, мы просто прошли уже сразу, к сожалению. Там написано, что он, она, инструктор, потом душа он, душа она, душа инструктор. Душа инструктора. Было бы хуже, если бы я прочел, потому что так бы больше места для размышлений. Ну да, конечно. Ну да. Ну, короче, ну, постмодерн это... музыка классная, согласись. Да. Ну, музыка, да. 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 Ну, конечно, он очень многозначный. Мы когда учителей водили, особенно водили учительницу по русскому литературе, которая Дадика очень сильно готовила к ЕГЭ, она вообще сидела, как будто ее мешком ударили. Она, понимаешь, она вообще, она там столько смыслов уловила для себя. Для нее это было прям откровение, конечно. После первого, после первого действия было совершенно другое направление мысли, что они в другом направлении пойдут. У меня сразу ассоциация была Монгольфье, Лангольеры, что они попадут в разлом, как бы, и попадут в эпоху Людовика XVI. Ну, был же намек в начале, я ждал. Они есть. Ну, а знаешь, при чем понятно. Здесь Людовик XVI? Просто гильотина, я ждал вот этого момента, что да, будет причем, что-то такое. Нет, Людовик. Людовик XVI и его вот эта Антуанетта, его жена, они же там частушки пели. Имелось в виду, что это они. Почему они вообще там задействованы? Оказывается, этот шар придумали как раз в то время, когда они были во Франции. Да. И вот эти братья Монгольфье презентовали этот шар вот этой Антуанетте и Людовику, и они его, ну, как бы разрешили. Вот, поэтому, ну, как бы не без их участия этот шар увидел мир. Ну, понятно. Вот, и они там немножечко мелькают. Но это я тоже, это мне Дадик потом объяснял. Я вообще не поняла, что они там делают. Причем здесь Людовик, вот это. Причем здесь вообще Людовик, Антуанетта. Да, да. Я думал, будет такое очень все банальненько, но на самом деле все оказалось совсем по-другому. Да, хороший спектакль. Ну да, по крайней мере, он запомнился. А еще кто из актеров тебе отметил? Мне оба брата понравились очень. Да, молодцы. Особенно младший. Вот. Младший, который ростом пониже, который повыше. Ну, который, который белобрысый. Он уже действующий артист театра драмы. А инструктор? А тот, который повыше, да, не надо. Ну, который, который алкаш-то? Ну, нет, инструктор, он инструктор. Классный. Это же он же, он уже в кинематографе снимался. Ну, да, это было, знаю. Не, ну, все три опытных, которые вначале было виден уровень, как бы, и сразу расположили к себе. Да. Вот этот главный герой, который играл молодого, ну, он, в корзине, он пробовался на главную роль в фильме «Ликвидация». И его прям почти-почти утвердили, но там Машков нарисовался. И все, стал Машков. Ты не смотрел этот фильм? Нет. Ой, зря. Ой, зря. Смотрю, сериал наш. Ну, короче, вот, значит, понравилось тебе, да? Да. Ну, хорошо, все, давайте. Прекрасно. Кормиться. Ну ты ничего не забыл? Не, ничего, точно. Все под контролем. Скорый был такой визит, да, его? Да. Вы так считаете? Конечно. Ну вообще я больше был дней, чем обычно. У меня здесь не было, вот в чем проблема. Я разъезжал там по делам. Я спрашивал, что у тебя за брошка на пиджаке? Это Ленин. Ленин. Кузьмич, как мой папа говорит. Почему Кузьмич? Не знаю, Ильич Кузьмич. Сейчас где он? Вот. Да. Здесь сейчас очень хорошо подходит к малиновой, ой, то есть к вишневой рубашке. Вишневый Ленина, вишневая рубашка. Да. Так, все. Кузьмич. Ну, я не знаю, что Кузьмич. Просто потому что созвучно. Наверное, тогда тоже причинишь, что Олег. Зебра Олег. Понятно. Хорошо, чтобы кошка к нам вышла. Да, мы ее вчера снимали, она тут кушала. А, вы ее снимали, да, все. Да. Да, иди Игорю пока скажи. Иди, он уезжает. До следующего года. Как Дедушка Мороз. Приезжает раз в год. Давай, пока, держи. Все, счастливо. Прости большое. Пока, Игорю.